И как-то. Ну, я пока вот так вот. Ну ладно. Не буду я. Так, короче, он уже там на Лукьяновку уже едет. На Лукьяновку, да? На Лукьяновку. Не говорите, едет наш сюда. Нет. В камеру. Нет. Ладно. Так. Ну что, он уже все, он уже близко. И едет наш. О, смотри. Куда? Смотри, репортаж. Можешь даже. Можешь сказать, едет наш. Давай. Едет наш. Не вот ты, не мой я. А, и не заводим и тебя. Да. Там еще снимает репорт. Смотри, центральный этот автобус. Вот этот. МАЗ 105, 107. 107, да. Да. Сейчас должен приехать в 6.19. Куда-то... Вот он, смотри. Можешь в карте показать. Вот он, да. Видно вот он. Там, да, на карте видно, да. Итак, он приближается близко. Можешь пока снять место, там, где мы находимся. Я уже описал. Вот она, Лукьяновка. Конечная. Конечная. 31-го тире. 31-го троллейбуса. И 28-го. А еще тут остановка 6-го троллейбуса. И 16-го. И 33-го. Да. И 35-го. Да. Но, правда, это вот там остановка. А вот тут ну все-таки... Ну и что? Ну, разделили остановку. Да. Разделили пополам, как я, как Вайбер разделил мне два видео, которые я сегодня, которые я вчера снимал. Да, да, да. О, вот, смотри, он едет сюда. О, едет, да, едет. Точно. Если это, конечно, все наш. Это... А почему? Подожди, а чего он желтый? Это, наверное, и есть наш. Вот. Подожди, он же белый должен быть. Его сняли рекламу, так. И что делать? Мы его снимаем? Ну, если 7619, желтый, ничего страшного. Ну, так это он. Это же наш автобус. Да он что-то стоит. О, не, не стоит. Он едет сюда. Ну, конечно. А, я уже понял чего. Смотри, у него надписные двери. Вот поэтому... Как у МАЗа 103, так. Давай, назад. Смотри, маршрутка за нами едет. Да. Есть. Ага. Сиденье, может, потом посмотрим. Нет, двери, конечно, у него не такие, как у всех. Да, давай. Есть такой. Черные двери. И порти на том месте, там, где... Ага. Сиденье нет. Теперь я понял, почему ты захотел именно этот автобус.
КАМАЗов 103 именно такие сиденья. Просто так получилось. Да, ты по бригаде, вот это бригада, но они большие, они такие, там и как-то.
они покупали не на маршрутах, а как сюжетные. Слушай, потому что на маршруты, если ты говоришь из европейских, у нас, я помню, помнишь сине-белые Volvo? Помнишь? Я тоже. И на ней на 102-м были основой парка. Там также я видал лазычи короткие, 52-52, и с квадратными дверями, и с дверями, как у ЮМС, как у маршрутки Богдан. Круглые. Также я помню вас А291, они тоже на 102-м часто попадались. Не часто, но я на них катался. А ты видел вас А291 на 102-м? Я не понял, наверное, да. Ну, потом им было 13 штук, конечно, они могли купить. Не выходим, он чуть не повернулся. Стойте. Вай, сейчас он уедет. И уехал наш. Не забудем и тебя. Уехали. Да.